Здравствуйте! Всем добрый день и доброго здоровья! Сегодня у нас день особенный, ответственный. Сегодня мы пришли на выборы Государственной Думы 8-го созыва. И, конечно, это очень важный день, потому что мы свои судьбы вручаем тем, кому доверяем, тем, на кого надеемся, что они будут работать на благо народа и нашей любимой Родины. Добрый день, добро пожаловать в наш город Лариса. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Девочки, встречаем наших гостей. Ну, давайте. Хлебом солью. Сладкие, чтобы жизнь была сладкая, чтобы все прошло у нас сегодня гладко, чтобы все пришли, чтобы все были довольны. Пожалуйста. Спасибо большое, очень рады вас всех приветствовать. Пожалуйста, проходите, будем голосовать. Вот у нас сегодня уже первые. Просто самые... сегодня праздник, самый настоящий праздник. Самый настоящий праздник. Вот у нас первые уже пришли так рано, так быстро. Молодцы, Варвара. Молодцы. Проходите. Так, Варварушку встречаете. Вот. Да, вы встречаете. Варя, встречаете. Если поставить, у вас уже...
здесь тоже один. Мы сидим в обморке. Когда вы голосуете, вы возьмите по правому обморке. А как ты сюда? Или так же? Можете ознакомиться с материалами. Партии. Я куда подписываю программу. Поэтому собака какая есть. Здравствуйте. Я Сергей.
Можно ко мне и вот так. Так, какой у вас вопрос? Российский внутренний. Вы будете изучить вас. Ну, давайте за грамм, давайте за грамм, потому что мы даже постреляем. Что вы здесь? Гражданина по разрешен по за грамм паспорта. Да,
Что, конечно, видно за Светлотину. Единая Россия. Единая Россия. Галя, ты сама будешь читать, отмечать. Давайте паспорт. Ой, ручка, 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 ручка. Вы с Волоса, наверное. Да. Да, вот да, поэтому ваше лицо. Да, 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 да. Апостолиды действия.
плавать, интересно, было это. Я только получила внутренний паспорт Российской Федерации. Это первый вопрос. Да, я его получила. И может вам задавать себе потом. Вы знаете, второй вопрос. Я не получила задание российское, не успела физически, потому что я дрожала только. Сейчас, если не проголосуют, да, там есть. Нет, 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 Надя, маску! Катя, беги, не что? Надя! Сколько жила, у меня половина была, у меня была.
больница была, пришла у меня, чтобы получить название. Давайте. Полечка привез. Праздничка привез. Давайте, фантики. Да, и вон туда, в ту дырку. Это она маленькая. Да. Камушки. Сразу делать.